Друзья, всем привет! Это город Омск, магазин Fix Price. Давайте прогуляемся со мной, посмотрим новиночки этого магазина. Керамические кружки, уж не знаю, снова ли их подвезли или вытащили со склада остатки, но уж очень симпатичные. 420 миллилитров, это керамика, Китай производитель, 149 рублей. Есть вот такая крышка, которую можно использовать не только как закрывающий элемент, а под, например, чайный пакетик. Или как вот здесь вот на картинке у них увидела, как просто подставочку, где, вот, смотрите, что-то положить даже можно. Пироженку, печеньку. Вообще стильные кружечки, конечно. Друзья, уже столько посуды переснимала, поэтому глаз может замылиться. Не помню, видела ли вот такую детскую посуду Мишка на облаках. Не знаю, по-моему, лисички были. 59 рублей, это опаловое стекло. И есть овечка еще. Вот прям не могу вспомнить, видела, не видела. Ну, покажу на всякий случай. Необычная зубная паста с натуральными частицами винограда. Объем 100 грамм от Президент. Вес SLS. Краска для волос для самых юных подойдет для первого окрашивания. Не содержит аммиака, сияющий цвет. Ветер в твоих волосах. Очень много различных оттенков. Я вытащила, конечно, не все. 165 грамм, 199 рублей. Что здесь есть в комплекте? Сама краска, флакон-аппликатор с окислителем, саше с шампунем и бальзамом, а также перчатки с инструкцией. Еще одна новинка, шампунь Аура. Видела, по-моему, с коллагеном розовый такой. Теперь вот такой с биотином. 250 миллилитров восстанавливающий. 85 рублей по карте Fix Price. Это новинка, но уже, смотрите, есть небольшая скидка. Жидкое мыло от Милгурт. Вот этот аромат не видела. Голубика и ежевика в йогурте. 59 рублей, 375 миллилитров. Друзья, в этом фикс-прайс играет вот такое ретро-радио. Сейчас будем слушать Овсиенко. Смотрите, вот кувшин декоративный антик. Кстати, у нас вот эта новая коллекция не вся в один фикс-прайс приходит. И мне приходится вот так вот по разным, по чуть-чуть показывать. Вот, например, светильники, фонарики я еще не вижу нигде. 299 рублей такой кувшинчик, очень симпатичный. Это керамика. Еще один вариант искусственных растюх. Называется почему-то Диффенбахия. На самом деле это Эпипремнум. 249 рублей стоят вот такие. Вот смотрите, ценник. Мне кажется, они подорожали, что ли, такие. Вроде бы такие поменьше стоили. А это уже яркая Калатея. Интересная новинка. Настенная сборная полка от Презент, город Москва. Это ЛХДФ. И все крепления идут в комплекте. Сам цвет можно вот здесь посмотреть. Знаете, такая увесистая. Нашла еще посветлее. Возможно, есть еще и темные варианты. Я уже не буду доставать. Вот они все здесь стоят. Ну и поближе, как она будет смотреться. Ну, много книг. Наверное, выдержит немало. Но не знаю. Не знаю, были или нет вот такие искусственные букетики. Но на всякий случай покажу. 99 рублей. Розочки. Похожи, по крайней мере, на розочки. Можно их расправить под свой вкус. Как-нибудь развернуть. Желтые, розовые, красные есть. Меня просили показать фоторамки, но их очень много. Я так понимаю, нужны были большие. Вот здесь есть 21 на 30 сантиметров вот такие за 124 рубля.
такие за 149 уже. Но тут обрамление дерева, а здесь уже, по-моему, пластик. Золотое. Золотая, вернее, рамочка. Может, кому-то нравится. Нужно. Вроде бы спрашивали для то ли для вышивки, то ли для мозаики. Не помню уже. И 40 на 30 сантиметров за 299 рублей. И за 249. Что-то тут два ценника, друзья. Не знаю, как сориентироваться. Вот это все из больших. Остальные маленькие. Домашняя женская обувь Амора. С 37 по 45 размер. Верх текстиль, подкладка тоже текстильная. И подошва поливинилхлорид. Мужской вариант выглядит вот так. Не просмотрела вот такой вариант для мужчин тапочки. Подошва Эва. Верх текстиль. И вот здесь вот эта поверхность нетканный материал. Ой, некуда поставить мне тут даже. 299 рублей стоит. Есть вот такие серенькие еще. Всегда к школе приходит очень много книг-тренажеров для деток. С 1 по 4 класс вот такой умный школьник. Тренажер «Практикум». Стоит 69 рублей. Много заданий различных. И вот это тоже новинка. Познавательные тексты для чтения. Звери, птицы, рыбы. Интересные факты об окружающем мире. Это начальная школа. А это уже растения. 79 рублей. Это музыка. Теперь у нас Ace of Base. Как бы меня не забанил YouTube. Вот такие наборы обложек для дневников и тетрадей. Кстати, плотные хорошие обложки. Нашла две расцветки, трансформеры и Барби. А сколько их тут, не посмотрела. 5 штук. Друзья, на этом все. Такой небольшой обзор у меня получился. Все, что смогла новенького найти, нашла, вам показала. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Всем хорошего настроения и до новых встреч!